Итак, ребятушки, всем привет, с вами Ван, вы на канале Саныч Саван. Сегодня у нас, ребятушки, по-настоящему, поистине юбилейное видео, ребятушки. 3 года каналу, это просто офигеть, это очень круто. Просто всем огромное спасибо, ребятушки. И вот тот самый видос, про который я говорил, собственно, на 3 года каналу, ребятушки, праздничная распаковочка. Смотрите, сколько у нас всего есть, офигеть. Все-таки я правильно сделал, что не распаковывал ничего. Сейчас у нас будет очень крутой видос. Ребятушки, давайте посмотрим, что же у нас там лежит. Там у нас очень много всего интересного. И прямо сейчас давайте начнем смотреть, что же там у нас находится. Сейчас я выставлю, так сказать, кадр. Вот. Все, ребятушки. И первое, что у нас там находится, это, ребятушки, не просто тачка. Это настоящая легенда. Это Ford Mustang Романа из Форсажа. От фирмы Джада в 32-м масштабе. Этот мустанг был раздавлен танком, ребятушки. Давайте посмотрим на него. Вот. Это первая тачка, с которой мы начнем. Распаковываем. Что могу сказать? Вот. Берем ножнички и просто... Давно, ребятушки, очень давно не было таких распаковочек, как сейчас. Вот, наконец-то, будет. Вот. Так что, ребятушки, идите. Что-то у нас какая-то проблема. Так что, ребятушки, все как в старые добрые. Распаковываем тачку прямо сейчас. Если что, я прям снимаю вас в шкафу. Вот, так что новая такая. Что-то он как-то застрял там. Как он там упакован-то? Ситуация следующая. Блядь. Ситуация следующая. Сюда приклеили, короче, скотч прям вот к этой пластинке. Мне пришлось взорвать всю коробку. Вот, короче, хана коробка. А вот он, ребятушки, наш Ford Mustang, он у нас прикручен, давайте его открутим, вот, и посмотрим, что же он из себя представляет. Я очень давно не распаковывал жадовскую модель, и вот, наконец, сейчас я это сделаю, давайте посмотрим. Опа, слушай, он очень тяжелый, это уже необычно, давайте посмотрим, как он выглядит. Очень красивый белый Mustang на таких красивых хромированных дисках с желтой, так сказать, основой, получается, с подкладочкой. Очень красиво детализирована морда, такая прикольненькая мордочка. Вот. И, о, жопа тоже. Такая, знаете, минимализм, но, блин, вот это вот значок с лошадью, с мустангом. Очень красиво выглядит, короче. Чистый стиль минимализм. Днище вот такое. Вот, хорошо, что есть губа. Это, естественно, радует. Внутри у нас с вами спортивный руль. Ну, салончик такой, типа, ну, на любителя. Но руль спортивный есть, это очень хорошо, потому что руль офигенный, и это залог стиля. Мустанг мне очень понравился, вот. Он какой-то прям вообще офигенный, в коллекцию тачек, естественно, подойдет. Когда-нибудь я дойду до Форд Эскорта, ребятушки, и куплю себе Форд Эскорт, наконец-то. Вот, и, собственно, да, короче, Мустанг на белом фоне. Это, конечно, очень красиво, ребятушки. И переходим. Короче, Мустанг лютый, офигительный. О, кстати, смотрите, я думаю, что так плохо дверь открывается, тут скотч, прикиньте, офигеть, двери заклеены скотчем, я этого не видел, ребятушки, вот, смотри, тут скотч, это прикольно. Все, ребятушки, Мустанг офигенный, отправляемся дальше, следующая у нас тачка, ребятушки, знаете, что это такое? Это у нас ГАЗ М415, опа. Не ждали наш автопром, а он здесь появился, ребятушки. Редкость, уже раритет, и прямо сейчас он у нас на канале, вот. Распаковываем. Хотелось бы, конечно, поаккуратнее, но, в принципе, ладно. Опа, ребятушки. Так, здесь какая-то нужна очень тонкая отвертка. Сейчас я за ней схожу. Нашел, короче, очень тонкую отвертку. Прям очень тонкую. Вот, повезло. Реально, я даже не знаю, откуда она мне есть, но у меня она есть. И мне несказанно повезло, что я думал, что настолько тонкой отвертки у меня нет. Она у меня есть, оказывается. Вот, так что... Вообще, она... Блядь... Что-то какая-то она херовенькая. Попробуем воспользоваться девайсом, который я купил в Питере. Давайте, тут у нас целый набор отверточек. Давайте, ребятушки, возьмем отверточку. Я думаю, что нам подойдет, наверное, вот это. Нет, наверное, вот... Ну, блин. Наверное, вот это, чтобы не думать. Давайте ее уже возьмем. Вот, так сказать, вставим, не отрывая от ботвы. Закрутим. И поймем, что она подходит. Опа. Все, ребятушки, шикарно. Питерский девайс. Да, конечно. Питерский девайс, короче, помог, ребятушки. Вот. Питерский девайс помог.
Давайте открутим все, что у нас есть. А что оно не крутится? А, понял. Не, оно крутится же, нет? Наверное, да. Ребятушки, открутил. Питерский девайс помог, так что это, конечно, круто. Смотрим. Покраска, конечно, здесь немножечко такая, знаете, странненькая. Я это сразу заметил, какая-то она шагренистая. Ну ладно, будем думать, что это эффект старой машины. Вот, короче, руль. О, проработочка приборочки. Это не может не радовать, это очень круто. Очень крутой газик. Вот, он мне прям нравится. Вообще такой чистый для макета, для какого-нибудь, для какой-нибудь диорамки он вообще сойдет. Вот, все, донышко. Короче, шикарная тачка, мне прям она очень нравится. Пластиковый кузов. Вот, тут гнется очень хорошо. Вот, но в целом, конечно, офигенная тачка. Респект, вот, так что лайк. За эту тачку однозначно можно влепить жирного лося. Next car будет у нас Ким 1050. Ребятушки, серый москвич. У меня такой был. Ребятушки, у меня такой был, сразу вам скажу. И вот он еще один, потому что ему пришел, мягко говоря, полный кобздец. Вот, сначала он был, кстати, стильный. Вот, мне его сделал мой бро, так сказать, Илюха, если ты смотришь WhatsApp. Но потом ему, короче, была жопа, вот, и все. И потом, короче, он куда-то делся. Но я знаю, что он где-то есть, и вообще-то я думаю, что... Короче, можно его попробовать восстановить, у меня есть под него идейки. Это, если что, это первый проект из Кима Drift Corch, ребятушки, Drift Corch, поэтому надо будет думать, ребятушки. Drift Corch из такой тачки, это, конечно, полное, так сказать, ну, не спрашивайте, что мы употребляем, вот, мы вам все равно не скажем. Собственно, вот такой шикарный Ким, вот, очень красивый, серый, маленький, тачечка такая красивенькая. Я хочу купить еще такой красный, если он будет. Ким 1050, очень красивый. Ух, ё, деревянный руль. Лайк однозначно за руль просто сразу улетает. Проработка приборочки имеется. Задний номер. Наш автопром, выхлоп. Шикарная тачка, очень красиво сделана. Мне прям, вот, прям нравится. Это, знаете, мне кажется, даже получше, чем у Автолегенд. Хотя они примерно похожи, но мне кажется, что у Автолегенд не было проработочки дна. Ой, какого дна? Этой приборочки. Мне кажется, у них его не было, хотя я могу ошибаться, но тем не менее, тачка просто бомбическая. Посмотрим, что у нас дальше, ребятушки. А дальше у нас не просто тачка, а прямо сейчас я вам скажу. Это, ребятушки, у нас ГАЗ-64. Шикарный. Ух, нифига, что? Я его ударил, у него стекло поднялось. Ясненько. Короче, стекло у нас поднимается, это, конечно, круто. Давайте распакуем его. Что у нас тут здесь? Вот, так, вот вся коллекция, ребятушки, вот вся коллекция. Вот это, конечно, шикарная тема. У меня была вот такая, вот такая. И вот такая у меня была еще. А, еще вот такая. Вот, короче, теперь будет еще одна. И это, ребятушки, у нас шикарный ГАЗ-64, который мне очень нравится. Он сделан просто офигенно. Даже уже, как бы, в коробочке он смотрится просто круто. И прямо сейчас мы его еще и распакуем, и узнаем, как он смотрится в жизни. Вот, блин, питерский девайс реально помогает. Так что СПБ в этом плане вообще выручает, ребятушки. Вот. Так, все. Ух ты ж, ё-моё. Я уже увидел проработочку, ребятушки. Днища и просто уже офигел, потому что эта модель купольная, напомню, за 169 рублей. Где вы такое найдете, ребятушки? 169 рублей. И это очень круто. Металлический корпус, поднимающееся стекло, фары, колеса, крылья, доработочка, ребятушки, приборочки. Смотрите, как все тоненько. Все рычаги, руль, сидушки. Вот это вот даже складная крыша. Зад. Не хватает, мне кажется, фонарей, конечно, но я не знаю, были они тогда или нет. Вот поднимающее стекло меня прям прикалывает. И дно. Опа. Вот это, ребятушки, реально круто. Это очень-очень здорово. Кстати, очень интересно. Изгибается надпись «Наш автопром». Вообще, в целом, модель мне очень нравится. Очень. Наверное, одна из самых красивых сегодня моделей, если не самая красивая. Она прям настолько круто выглядит. Я прям кайфую с нее, реально. Она очень красиво выглядит. Очень красиво. Вот это, ребятушки, реально лайк, это прям гуд, это прям определенно гуд.
Смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас, ребятушки, идет. О, легенда, ребятушки. Такая тачка была, так сказать, у меня в семье. И это Land Rover Discovery 3, ребятушки. Именно в таком цвете он был. Возможно, я даже буду делать копию, кто знает. Но сначала давайте его оценим. Чтобы сделать копию, мне как минимум нужно будет перекрасить салон в бежевый цвет. Давайте посмотрим, ребятушки. Итак, откручиваем, отваливаем. Опа, ой-ой-ой, какая ностальгия, ребята, это капец. Это очень круто, это очень-очень крутой, ой-ой-ой. А чё у него съебал, чё съебал, подождите, стоп, сейчас момент. У моего папы есть такая модель, которая стояла на торпеде. И, ребятушки, я уже кое-что заметил, что у меня это просто полный пипец, откровенно говоря. Но я думаю, вы сами все видите, как бы. Что это, блядь? Что это за поворотник на всю фару просто? Это огромный какой-то, блядь, поворотник, который выглядит просто страшно. И вот здесь это выглядит гораздо лучше. Вот так он выглядит в оригинале, но не так, ребятушки. Это, я не знаю, что это за прикол. Видимо, тоже под чем-то это люди делали. Вот. Но это, конечно, страшно. Ладно, ладно, но это... Мне вот интересно, знаете, вот эту вот модель я покупал году так в 11-м. А вот эту вот я покупал году так в 22-м. Ой, точнее, по-моему, или в 22-м, или уже даже в 23-м. Я точно не помню, но сам факт, что недавно. Давайте посмотрим. Может быть, это новый Rockstar, он реально косячит. Но фары, во-первых, то, что они косые, какие-то кривые. Их надо будет восстанавливать, как-то переделывать. Хорошо, что у меня еще где-то есть серебристый такой же, только он полностью разбит, но должны у него фары остаться. Короче, первое, что я могу сказать, это фары, это, конечно, откровенная жопа. Дальше смотрим. Так, ну пороги у нас кривые. Блин, ребят, что это такое? Что это такое? Пороги просто помятые, кривые какие-то. Блин, что это за жесть? Так, ладно, окей, смиримся с этим. Так, ну, Discovery 3. Так, здесь как... Ну, здесь, я вам так скажу, это более аккуратно сделано, нежели здесь. Здесь как-то все как-то покошено. Да и смотрите, даже шильдик неправильно припечатан. Он должен быть в золотой... В золотом кругу. Как здесь. А он здесь какой-то вообще нифига не золотой. Но это ладно. Так, окей, что у нас дальше? Так, ну... Тут хотя бы пороги вроде поровнее. Ладно. Не, в целом, конечно, это круто, но могли бы сделать, конечно, поаккуратнее тачку. Вот, потому что на самом деле, конечно, имеет эффект такой, какой-то странный. Но, конечно, поворотник в размере с, короче, просто размером с фару, это откровенная задница просто, реально, ребятушки. Я не знаю, что еще про это сказать. Я попробую это исправить, но... Да ну, кстати, вот такое, как бы. Вот, но в целом прикольная тачка, но, конечно, косяки есть определенно. Будем исправлять, ребятушки, это не дело. Ребятушки, что у нас дальше? Дальше у нас идет очередной Ким 1050. И это уже синий цвет. Мне кажется, он в синем гораздо посимпатичнее выглядит. Давайте посмотрим, как он выглядит в синем цвете. Открываем, ребятушки, Ким в синем цвете. Хоба! Мне он, сразу говорю, нравится больше. Кстати, камера передает синий цвет неправильно, потому что он более такой... приглушенный такой, как бы, как будто бы серо-синий какой-то, а вот тут на камеру он прям ярко-синий. Слушайте, мне он очень нравится, такой чисто старенький. Он, знаешь, вот, кто смотрел «Паровозик Томас» и его друзья, знают тачку «Толстого инспектора». Вот мне прям она напоминает реально эту тачку. Вот, очень прикольно. Деревянный руль, вот это прям круто. Как бы серый тоже неплох, но вот синий прям вообще прям офигенно выглядит. Еще с этим деревянным рулем просто шикарно. Короче, за Ким лайк, вот, синенький Ким, очень прикольно выглядит. Лойс. Дальше, ребятушки, дальше. Дальше у нас идет не просто тачка, а... О, да, ГАЗ-1173. Опять наш автопром, много будет нашего автопрома. У меня такой был в детстве в цвете белом. Давайте посмотрим его теперь вот такой. Опа, кстати, вот, ребятушки, я, и вот Ким 1050 в красном цвете, вот я его прям буду искать. Не знаю, буду я покупать или нет, но
Не знаю, короче. У меня еще вот такой 1051 есть. Вот это вот что, шикарная тачка. Короче, посмотрим, давайте, ребятушки, на эту замечательную машиночку. Зелененького цвета, 20 века. Причем даже без обмана, реально 20 века. Вот. Давайте, ребятушки, открутим ее от нашей подставочки. И посмотрим. Давненько у нас не было таких мега-распаковок. Я прям, блядь. Короче, ситуация следующая. Видимо, эти винты не любят нежности, они любят прям большого уверенного, так сказать. И прямо сейчас мы этим большим уверенным просто разрываем этот пластик просто и достаем модель. Давненько у нас не было таких распаковочек, я реально поэтому очень жестко соскучился, прям очень жестко. Вот, и, короче, надо, ребятушки, делать. Вот, смотрите, прям под дно выпилено. Это, конечно, шикарно. Реально, смотрите. Короче, ребятушки, вот такой шикарный газ. Это что это же газ? Правильно? Я забыл уже. Да, это газ 1173. Очень круто выглядит. Зелененький. На вайтволах, на всей теме. Жаль, руль не деревянный, кстати. Да, это, конечно, жаль. Вот. Черная крыша. Выглядит бомбезно, ребятушки. Хромированные детали. Очень круто выглядит. Очень круто. Вот, жопа, фонари есть, все шикарно, дно проработано хорошо. Ким, конечно, реально тоже очень красивый автомобиль. Ой, какой Ким, да, это газ, газик, очень красивый автомобиль, очень красивый, мне прям очень нравится. Вот, и это еще не все. Прямо сейчас, сразу после него мы будем распаковывать его брата, которого я купил, знаете, когда? Я даже сам не помню, когда я его купил. Мне кажется, я его купил года полтора назад. Я его не распаковывал ни разу. Возможно, я его где-то показывал в видосах, а может нет, я уже не помню. Но сам факт, то, что я его не распаковывал с полтора года, короче. Он валялся у меня. Но сейчас будем распаковывать. Вот, узнаем вообще, что это. Короче, сравним. Сравним тачечку зеленого цвета и бордового цвета. Вот. Бордовый цвет, мне кажется, здесь будет получше. Вот. Распаковываем, церемониться уже не будем. Большой отверточкой, хоба, и все, ребятушки, распакой. Распак. Распаковка, два паковка, блять. Есть такой канал, вот. Короче, смотрим. Смотрим, ребятушки, шикарный автомобиль. Очень красиво выглядит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как он красиво выглядит, реально. Вот, слушайте, мне он бордовый нравится больше. Вот если бы еще у него был, опять же, деревянный руль, это было бы шикарно. Проводочка имеется, приборочки. Вот, ну вот реально, смотрите, типа, вот кто лучше? Давайте посмотрим, кто лучше, серьезно. Кто лучше, зеленый или бордовый? Давайте напишите в комментарии, кто лучше. В целом, обе тачки очень хороши, как бы вопросов к ним нету. Офигенные модели. Вот, эти вот, как бы, поворотнички на крыльях меня, безусловно, радуют очень сильно. Вот. Собственно, вот такой вот прикольненький автомобиль. Вот, давайте посмотрим, что у нас там дальше, ребятушки. Шикарные, шикарный газик. Следующее, это то, на что я смотрел очень долго. Это очень долго я на это смотрел. И у нас даже такая тачка в Пензе есть. Но я не мог решиться ее купить, ребятушки. Я ее купил. Внимание, Subaru VRX STI. Вот она, импрезочка моя любимая, красивая. Вот, очень давно хотел ее купить. Руки не доходили. А потом как дошли, и я ее купил. Вот, давайте посмотрим на нее. Мы из нее сделаем стунс-хуюн, сразу говорю. Это будет стенс. Как бы, вот, если вдруг кто-то ожидал другого, ну, блин, ладно. Но это будет стенс на спортивном руле, на красивых дисочках, на сплиттерах. Вот, короче, возможно, даже с ливреей, но не знаю пока, что будет дальше. На датчиках, на всех пирогах. В общем, будет офигенная тачка. Давайте ее распакуем и посмотрим, что же у нас с вами скрывается. Итак, хобана, ух ты ж, ё-моё. Слушайте, вот это, конечно, пушечка, ребятушки. Синенькая Суба, очень красиво выглядит, очень красиво. Здесь надо поработать. Но меня интересует морда. Морда выглядит, конечно, бомбезно. Воздухозаборник. Блин, Subaru, это, конечно, тема, ребятушки. Слушайте, мне показалось, там спортивный руль стоит. Точно не уверен, но сейчас посмотрю. Очень красиво. Ух ты, какая жопка. Какая красивая маленькая жопка с этим спойлером. Знаете, все размерено. Все размерено спортивно. Это шикарно. Это меня не может не радовать. Все очень круто выглядит. Дно проработано нормально, в принципе. Вот. Давайте посмотрим. Вот выхлоп, конечно, надо прорабатывать сразу будет. Салончик. Салончик у нас тут стоит. Это сток или спорт, я не понимаю. Я не особо знаю, какой у них руль. Вот именно у этой модели. Но, по-моему, это сток. Но сток спорт, так сказать. Что у нас? Прикольный салончик. Вот.
Очень хорошенькая тачечка. Надо, короче, будет из нее делать, ребятушки, мы из нее сделаем просто бомбу. Она будет очень красиво выглядеть, ребятушки, я вам отвечаю. Мне прям она очень нравится. Субарик, это, конечно, тема. Субарик. Вот я бы Субарик, на самом деле, реально купил. Только, знаете, старенькое поколение. Вот такое еще лупоглазое. Мне прям очень нравится. Вот это вот за лупоглазик, я его называю. Очень красивая тема. Вот, поэтому... Да, а вес тут тоже офигенный. В общем, вот такая вот красивая Субару. Переходим дальше. Дальше у нас вообще тачка. Наверное, вы будете смеяться, но это снова Ким 1050. Да, ребятушки, это снова Ким 1050. Но на данный момент он уже в белом цвете. Хоба, опа, не ждали. А вот мы, как говорится, вы не ждали. А, ой, блядь. Вы не ждали нас, а мы приперлись. Именно это я готов сказать вам про этот Ким. И, кстати, он любит понижнее. Сейчас устраиваем сравнение, ребята. Белый Ким на деревянном руле. Синий Ким и серый Ким. Три Кима. Или Кима, не знаю. Наверное, Кима все-таки. Ребятушки, давайте посмотрим. Сравнивайте сразу, реально. Вот пишите в комментарии, какой вам больше всех нравится. Я по-прежнему за синенький. Убираем два Кима. Или, да, два Кима. Извиняюсь. Смотрим. Белый Ким выглядит бомбезно, опять же. Хромированный с белым сочетается просто замечательно, так же, как и деревянный руль. Вот, собственно, ну, мы его уже видели, как бы. Вот, а, не... О, ребятушки, косячок. Я думаю, вы сами это все заметили. Смотрите, ребятушки, белые диски, желтые диски, причем пожелтевшие. Видимо, настолько давно он уже стоит, что он уже пожелтел. Да... Причем все белые, одно желтое. Ну, конечно, такое себе. Это, конечно, выглядит странно, но в этом тоже что-то есть. Как бы, так сказать, заретлученная тачка. Или, ну, немножко, короче, уже гниет, ребятушки, гниет. Или как, короче, испортилась. Вот. Вот. Следующая тачка, ребятушки, это не просто машина. Эта машина очень нравится одному моему близкому человеку, ребятушки. И это у нас BMW X6. Да, ребятушки, это BMW X6. От Велли дошел я до нее наконец-то. Я вообще не... Это была абсолютно рандомная покупка. Меня просто жизнь занесла куда-то в Терновочку. Я увидел там эту BMW, я в нее влюбился, я ее купил, как говорится. Пришел, увидел, победил. Просто как бы рассмотрим ее прямо сейчас. Вишневый цвет. Мы будем из нее делать пушечку. Давай. Ой. Да блин. Давайте посмотрим, короче. Ой, ух ты, нифига, слушай, она очень хорошо сделана. Мне уже сразу нравится. Мордочка выглядит бомбезно. Бок. Колеса надо сразу будет менять. Ой, жопочка тоже выглядит хорошо. Жопочка, как, блядь, сказал, конечно. Но вот с рулем проблемы сразу вижу. Но в целом тачка, конечно, мне очень нравится. Я ее доработаю. Она очень модельно выглядит. Прям очень. Вот Велли, реально, они, конечно, делают вещи. Это причем старая относительно уже Велли, как бы. Потому что модель уже достаточно давно существует, как бы. Вот, ну, немножко надо решеточку радиатора. Ноздря у нас, так сказать, вываливается, надо ее подправить будет. Но это ладно, это потом уже, когда будем ее разбирать. По салончику. С рулем проблемы, видите, он у нас торчит, вообще хрен знает пойми как. Он у нас вообще как-то в непонятном положении, в общем, интересно находится. Положение у него, конечно, жизненный статус, у него, конечно, по пизде пошел. Вот, ну это ладно, это мы... как бы пресс, вот как бы вот это тут. Заусенчики, ё-моё, на пластике мне обрезать, ну ладно. Гнутая, как, блин, я купил разбитую BMW X6, ёбкарные бабы, сколько косяков. Но меньше, чем на Land Rover. Гнутая ось, блин. Видимо, давно она у них, конечно, стоит, да. Ну, короче, будем восстанавливать, ребятушки, из этой тачки будем делать конфету. Я вот для нее найду дисочки, ребятушки. Точнее, я уже их нашел, я их уже купил, вот. И... Это будет, конечно, бомбезно. Вот, так что, ребятушки, X6 будет жить. X6 будет жить, она будет бомбезная. Вот, ну а сейчас я предлагаю перейти к самой последней тачке. И это не просто тачка, ребятушки. Такого вы еще не видели. Я хочу сказать огромное спасибо подписчику. К сожалению, я не помню конкретно его ник. Но я просто хочу сказать ему огромное спасибо. И просто, чувак, если ты это смотришь, спасибо тебе огромное. За то, что посоветовал мне на одном стриме зайти на Wildberries, загуглить там BMW E30 и купить то, что я купил. Опа.
Е-30 в масштабе 1:36. Это типа Велли, но это не Велли. Это как бы пародия на Велли. Это Кингстой. Но, тем не менее, ребятушки, это Е-30 в 36-м масштабе. Такого вы еще не видели, и вы нигде не увидите. Потому что это настолько... Это как бы вот у Велли в старом были, да, 30-очки. Но, ребятушки, чтобы в 36-м масштабе сейчас найти 30-очку, это невозможно. Это просто что-то из области фантастики. Это то, чего как бы уже... Ну, хрен найдешь, короче, по факту. И скоро я еще закажу 190-й Мерседес. Но сначала я хочу посмотреть на то, что я заказал. А я... Она у меня, чтобы вы понимали, лежит уже, наверное, месяца два. И прямо сейчас я на нее посмотрю. Я выбрал, как бы, там были три варианта расцветки. Синий, желтый и оранжевый. Ну, более, наверное, красный уже. Я решил выбрать красный, что я хочу такой. Он такой более красно-оранжевый, короче, цвет. Сейчас я ее посмотрю, ребят. Я этого очень ждал. Я специально ждал этого видоса. Она тяжелая, я уже сразу это почувствовал. Я хочу на нее взглянуть. Давайте посмотрим на нее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта маленькая, блин, губа, это так офигенно, она вот настолько тонкая, настолько крутая. Так, модочка нормально сделана, слушайте, ну вообще, учитывая, что это китайская, как бы, ноунейм, он выглядит шикарно, он выглядит бомбезно. Крыло у нас мятое? По-моему, нет, все нормально. Так, крылесочек не отворилось, жопочка выглядит, опять жопочка. Ну, короче, выглядит очень красиво, ребятушки, вот. Ливрея, мы ее сотрем, сразу говорю. Так, что у нас там по салону? По салону. Сток-руль. Сталончик, ну, в принципе, такой. Мы просто туда поставим спортивные руль, гидропалочку. И в целом, это, конечно, блин, это реально очень круто выглядит. Это очень круто выглядит. Мне очень нравится. Это настолько выглядит люто, что я просто кайфую, ребятушки. Это кайф. Кайф чистейшей воды. Это просто супер, очень круто. Это, ребятушки, BMW 30. И самый прикол, что это еще не все. Давайте посмотрим, что она может. Очень крутая бэха, у нее звуки, конечно, звуки такие себе, но фары светятся, ребятушки. В общем, давайте посмотрим все, что мы распаковали вообще за это время, что мы за сегодня. Это у нас Е30, это у нас Мустанёк. Я BMW, блин, X6 уже упаковал, вот, но я ее все равно принесу. Вот она, BMW X6, как бы, вот. Это у нас BMW X6, это у нас газики. Много. Вот. Это газики. Это у нас кимы. Раз ким. Два ким. И три ким. Три кима. Это у нас шикарнейший еще один газик 64. Просто шикарный 64-й газ. Это у нас Discoverик, у которого поворотники вышли за уровень адекватности. Это у нас еще один газик, который у нас этот, короче, того-этого, грузовичок, и это Subaru Compressic. Сейчас я это все, даже не умещается в один кадр. Вот столько мы всего распаковали, ребятушки, за сегодня. Выглядит тупо офигенно. И на этом я хочу сказать каждому подписчику спасибо большое, что ты с нами, что вообще вы все с нами, что вы смотрите нас, с нами вместе кайфуете. И это, ребятушки, была торжественная распаковочка на 3 года канала. Уже 3 года мы с вами вместе наводим здесь суету. Спасибо вам... Блин, что с языком, блядь? Спасибо вам огромное, ребятушки. Просто огромное вам спасибо. Вы красавчики. Огромное вам всем, реально огромное, просто огромное... От души спасибо. Это просто супер. Супер, да, супер. Конечно, супер. Это супер, ребятушки. Это просто очень круто. Вот. И праздничная распаковочка, как в старые добрые, очень давно не было. И вот, наконец-то, снова это приключилось. Ребятушки, праздничная распаковочка. Это, конечно, очень-очень круто. Ну и все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. 3 года каналу. Всем спасибо, ребят. Всем удачи и всем пока.